для вас снимаю вот эту красоту. Очень красиво, смотрите, какие просторы Азербайджана. Там вот река большая, а вот там деревня называется Хурай. Если перевести с лезгинского, пусть будет. Деревня называется «Пусть будет». Вот такая большая река, деревня. Смотрите, какие красивые поля, ухоженные. Какая аккуратная деревня. Если так присмотреться, похоже на маленькую Швейцарию. Маленькая деревня в Швейцарии. Бывает же, вот какая красота. Горы, воздух здесь прохладный. У нас красивый густой лес, машалла. Здесь вот продают форель. Вот она, форель вообще. Смотрите, большая какая. На обратном пути нужно будет заехать. Смотрите, здесь какие горы, чистый, прохладный, холодный воздух. А вот и сам знаменитый водопад. Вот так он выглядит. Очень пейзажное, красивое место. Погода здесь такая, что сегодня моросит и достаточно прохладно. Здесь горный воздух холодный, поэтому здесь всегда нужно чуть теплее одеваться. Видите, моросит. А вот здесь вот дети продают кеклеуту и мяту продают к чаю. Вот так вот стоят по одному монатику. Мы уже у них купили.
еще стоят здесь. Какая красивая девочка. Тема была, ма. Садган, ма. Мы найдем садган. Кайф. А вот еще дети то же самое продают. Друзья, смотрите, здесь маленькая деревня. Мечеть тоже. Вот так живут здесь люди в деревне. Продают свои травы рядом с шардаком, рядом с лозой. Чай, качину, Эджина, качину. Друзья, мы приехали в Лазу. Вот здесь вот кафешки. Обычно здесь очень много бывает туристов, но в этом году из-за карантина, как видите, людей практически нету. Это нам как раз-таки хорошо. Мы любим такое место, где мало людей. Спокойно можно гулять. Вот здесь вот деревенские люди ходят, они что-то продают. Там вот можно покататься на лошади. А вот знаменитые водопады. Вот так вот мы вышли, гуляем с семьей. Здесь достаточно прохладно. Смотрите, как мы одеты. Свитерочки, штанишки. Открыто работают кафешки здесь. Вот оттуда водопад, течет вот сюда, и вот так вот дальше. В принципе, здесь не так много людей. Какие-то красивые высокие горы. А вот там вот можно покататься на лошадке, вот она. Сейчас пойду покатаюсь. Смотрите, какие красивые горы, высокие, необычные, такие рельефные, как будто нарисованные. О, какие тропиночки здесь обставили камнями речными, закрашенными краской, по-моему, для красоты. И вот там вот такой маленький мостик. Вот то, что дети ходят, это мостик малюсенький. А мой сыночек порядок делает, камни на место кладет. Молодец, сыночек. Совсем прям романтичное место. Очень необычно такое увидеть. Вот здесь вот свежие кебабчики делают. Куриные, для... Сейчас мы самовар чай себе закажем. Уже я покаталась на лошади. Супер ощущение. Вот такой свежий чай себе конфетки заказали. Бросайте. Он пока вот заварит. Вот здесь вот заказали люля. А я тебе себе скину. Бля, за стакан взлетает. А вот здесь вот, друзья, плавает форель. Здесь не только можно полюбоваться форелью, но и можно порыбачить для себя. Друзья, теперь я вам покажу водопад. Мы сейчас туда поднимаемся потихоньку. Будем там делать классные фотки, видео. Как говорится, после того, как поели, нужно прогуляться. Сейчас уже людей стало больше. С утра мало здесь было, а вот сейчас уже ближе к обеду. Уже вот люди подъезжают. Вот оно, смотрите,
горная родниковая вода течет, оттуда идет туда и вот так вот по всей деревне. Вот здесь такая узкая тропинка, мы все выше и выше поднимаемся, это впереди моя заловка. Вот. А вот если повернуться назад, то вот такую дорогу я уже прошла. Здесь очень прохладно, вот посмотрите, какой там туман, такое ощущение, как будто сейчас будет дождь. Мы хотим еще немножко прогуляться и потом уже поедем дальше в Шагдах. Я вам тоже там сниму, все покажу. Я поднимаюсь выше. Смотрите, куда люди залезли. Рискнули подняться туда, чтобы сделать красивые фотографии. А вот здесь такой опасный камень. Честно говоря, даже страшно отсюда идти, потому что, ну, мало ли что.